Допустим, что уборка снега зимой для вас актуальная задача, однако при этом вот такой снегоуборщик не поместится в вашем уютном и небольшом дворе. И даже такая машина для ваших площадей и крыльца будет велика. Но это не повод присматривать для себя новую красивую лопату. Для бытового использования, уборки перед крыльцом дома, для небольших пешеходных дорожек и даже для свежевыпавшего снега на открытой веранде вам идеально подойдет этот компактный электрический снегоуборщик Snowline 46E от компании Alco. Моментальная готовность к работе без заправки топливом или забота о зарядке аккумулятора, достаточно удлинителя для подключения к бытовой сети в 220 вольт. Закрепите кабель удлинителя в скобе предохранителя от случайного отключения. Нажмите кнопку предохранителя включения и прижмите скобу привода шнека. Все, можно работать. Снегоуборочный ковш изготовлен из ударопрочного пластика. Ширина захвата 46 см, высота 30 см. Шнек смешанной конструкции, ось и силовые элементы из стали, остальное из резины. Такой шнек безопасен для самого деликатного покрытия открытой веранды или тротуарной плитки. Направление выброса снега обеспечивает пластиковый желоб, который можно развернуть в диапазоне 180 градусов рычагом с рукоятки оператора. Дальность выброса снега до 10 метров регулируется углом положения дефлектора желоба с легкой фиксацией. Опорно-транспортировочные колеса из пластика диаметром 15 см установлены на стальной оси. Впрочем, легкий весом всего 15 кг снегоуборщик можно перенести к месту работы за специальную рукоятку на корпусе ковша. Чтобы во время хранения или перевозки снегоуборщик не занимал много пространства, предусмотрена возможность сложить верхнюю часть рукоятки оператора, освободив два зажимных фиксатора. Приобрести снегоуборщик Alco Snowline 46E вы можете в магазинах «Купи на дачу» или заказать в интернет-магазине купинадачу.ру.